Здорово! Вот есть лады из Незельпера, а есть из нержавейки. И мне стало интересно, велика ли разница именно в звучании. А вдруг сустейн увеличится, или волчки пропадут, или еще что. Лады были установлены абсолютно одинаковым способом, проклеены, отшлифованы, отполированы вплоть до двухтысячной шкурки, а потом войлок с пастой специальной. И с каждыми ладами были использованы новые струны. Пружины зафиксированы, дабы избежать излишних звонов, обертонов и так далее. Сигнал ничем не обработан, все напрямую. Это был нековый датчик, давайте слуханем бриджевый. Бахнем гейну, чтобы лучше слышать волчки и сустейн, что ли.